И ёпчиков, ребята, всем привет, с вами как всегда я, Градус, и добро пожаловать в школу сатанистов. И это невероятно, вы набрали уже больше 20 тысяч лайков. Постоянно спамите в комментариях, где школа сатанистов. Хотели? Получайте. И спросите меня, почему же я вообще не бегу в эту школу так резко, как обычно, а просто себе спокойно добираюсь до класса. Потому что я впервые за сколько не опаздываю на урок. А единственное что, я вас попрошу заранее поставить лайк и подписаться на канал. Если вы захотите еще больше серий по школе сатанистов, давайте наберем 20 тысяч лайков. Так, школа вампиров в последнее время вообще на карантине. Это, видимо, потому что уже приближается лето, и солнце в день слишком много светит, а для них это противопоказано, поэтому они все сидят по своим пещерам, и я уже добираюсь до своего класса, который, господи, сколько после нас в прошлый раз осталось этих пентаграмм для воскрешения. Ладно, я вижу уже в классе у нас... Здравствуйте, учитель, здравствуйте, привет, Влад. Ха, привет. Посмотрите, вот это чудо, он пришел вовремя, посмотрите. А чё нас так мало? Ладно, 10 Б отдыхает, им в принципе идти некуда, только Влад пришел. Ну ладно, присяду, пока что подготовлюсь. Учитель, я, кстати, делаю успехи в своем вот это вот магическом образовании. Вчера вселился в овечку, а вот. Сегодня вселился в уборщицу, убирал, короче, полы. Ну ладно, это совсем другая история. Помогаешь так, в школе. Так, на накидку я надеваю, все, я теперь в специальном снаряжении. И единственное, что, через сколько у нас там урок начинается? Через 5-10 минут, 5-5. Пятого. Что сейчас через минуту? Что у тебя с башкой, Джек? Тебя волновать не должно. Почему слишком большой интеллект? Я только сейчас заметил, что у тебя борода теперь не желтая, а седая, и глаза в разные стороны. Что с тобой произошло? Слишком большие знания, много экспериментов с магией сводят с ума и высасывают жизненную силу. Я вижу, Владу нечего делать, он присаживается в бетон. Кстати, Мёрфи, а где второй Влад? А, плитку укладчик, а он сейчас это плитку укладывает. И скоро он. О, Джек, что ты сделал? Ты превратил голема в камень, ты что, медуза Горгона? Ну типа, я починил его. Кстати, на счет, скоро он придет, да и я не знаю, честно. Мне кажется, он сегодня вообще до 8, прикинь, до 8 вечера плитку укладывать будет. Капец, вот он, понятно, вместо школы работу выбрал. Ой, господи. Так, стоп, где новенький? Да чё ж у нас класс не может собраться никак, я стараюсь готовить к уроку. Эх. Чё? Какой новенький? Ты что, не знаешь? У нас новенький, Райм зовут. А, о, господи. Райм у нас всегда постоянно как будто новенький. Приходит на урок позже, чем обычно. Ладненько, а если мы начнем без него, то что-то произойдет. Вся вселенная взорвется. Ладно, не начинаем без него, окей. Кстати, Мёрфи, я что хотел спросить, как твои успехи в заклинаниях? А, да слушай, да вот изучал, дом спалил свой. О, господи, а копыта у тебя когда появились? А это меня за это мама наказала. О, сочувствую. Ну, выглядит так себе, наверное, неудобно. Она сказала мне, что я теперь пока что в школе живу. Тебя еще и выселили. Ты думаешь, почему я сегодня не опоздал вообще? Ну да, обычно все опаздывают так. Наконец-то опоздавший новый. О, ты пришел. Здравствуйте, извините за опоздание, учитель. Стой, а почему ты голый пришел? Где твой костюм? Извините, я все забыл, блин, я опоздал. Не положено в таком виде являться новенький. Как ты себя покажешь классу, коллективу? У меня есть рога и копыта, мои документы. Что за бред он несет? А у меня это наказание. Да, возьми накидку в нашем сундуке. Спасибо, спасибо, блин, вы такие добрые. Вы меня не накажете. Я зарекомендовал. Ужаснее всех себя зарекомендовал. Короче, иди взять на место, не доставляй. Учитель странный, ладно, давайте. Советовал бы тебе где-то сзади сесть, потому что у тебя копыта... Неудобно. Жопа упирается толстая. Она у тебя в стене застряла. Ничего страшного, я привык. Вон у Мёрфи такая же проблема. Неважно, не надо зацикливаться на это. Это удобно, кстати. Все, наконец-то мы собрались, теперь мир не взорвется, если кто-то там опаздывает. Мы готовы слушать вас учить. Вы в прошлый раз говорили, что покажете нам оставшиеся заклинания, другие стихи, и в соревновании мы получим волшебную палочку, то есть лучший из нас маг будет владеть всеми заклинаниями одновременно. Да, но многие мои заклинания немножко опасны, и как бы в помещении их применять не рекомендуете. Покажите, какие можно. Сейчас мы будем пробовать различные заклинание. Вы перепутали, Будите, Анна Ивановна, это не я окно разбил. Господи, директриса пришла. Зачем она здесь сделала? Что она здесь сделала? Нифига себе заклинание, блин. Джек, я не уволю за то, что ты директрису убиваешь. Пошел отсюда. Это что, директриса? Ну ладно, давай ее догасим уже до конца. Получай. У нее дети. Одержимость. Я вселился в нее. Я ее сейчас... Откройте дверь. Откройте двери быстрее, иначе я не смогу выйти. Все, я ее в окно выкинул. На. Все, ребята, я скоро к вам вернусь. А, Райма, наверное, убили. Он сейчас прочувствовал, что такое воскрешаться в сатанистском классе. У меня появились шаринганы. Сядь. Кто из вас палил, что это я окно сломал? Да никто не палил, она просто сама, наверное, вынюхала. Ты же знаешь, школа сатанистов, все дела. А вам бывает. Ну, она по своим репертуаре. Ладно, извините, я хотел проверить. А,
сейчас умру! Нет! Так, нет! Ладно, учитель, вы нам покажете новые заклинания. Я, в принципе, освоил все. Мое любимое заклинание это теперь собственно, призыв легиона скелетов и призыв легиона зомби-апокалипсис. Ой, теперь наверху у нас там зомби призываются. А можно мне тоже волшебную палочку? Я хоть и опоздал, но вы можете все заново объяснить с самого начала. Я слушаю. Ты посмотри, какие у него щечки. Это глаза, придурок. А почему у тебя сверху белые? Это шеринганы. А, это... брови. Забей на него. Вообще не смотри на него. Он позорник и пытается привлечь внимание. Неважно. Можно мне палочку? Так, волшебную палочку. Вот, самая нищебродная. Такой даже я пользоваться для чистки унитаза не стану. Ура, замечательно. Верни. Фу. Ты не воруй. Фу, таким зашкварно пользоваться. Оно само, честно. Учитель, а можно вас попросить? Я когда директрису выгонял, это немного здоровья потерял. Вы можете меня вылечить? Ой, сейчас, солнышко, сейчас я без вопросика. Быстренько, палочка. Он меня солнышко называет, а вас он ненавидит. Так, ладно, пока Райма там едят, учитель, вы меня вылечите? Так, сейчас, солнышко, ну я уже палочку приготовил. Вот у нас... А Райм с уроков сбежал. Нет, я спасаюсь от зомби, разве это не повод? Они уже постепенно растворяются, Райм, не переживай. Да, я жду, пока они растворятся. Работает, все, лечите, лечите, постепенно вылечиваюсь. Все, спасибо, спасибо, учитель, все хорошо. Стой, я сейчас был. А как он подня... Ладно. Копыта липкие. Это все человек-могучая лапка в нем. Не, правда, его не существует. Даже я знаю, что он есть. Сейчас я покажу вам заклинание исцеления, света. Максимально прекрасное, что есть. А, глаза мои, глаза! Какое такое прекрасное. Я хочу тебя поцеловать. На него все заклинания так работают, наоборот. Не знаю, но с Рэмом явно что-то не так. Есть еще насыщение, но они вам не отобразятся как надо. Вот самое красивое, это купель жизненной силы. Вот такая вот штука. И железная плоть, которая создает вокруг вас защиту нереальную. Я сейчас под эффектами... А давай поверим. Я хочу тебя понюхать. Господи, что ребята, мне страшно рядом с ним находиться. Он извращенец. В окно! Я не могу двигаться. Учитель... О, электромагия. Короче, я понял. Это у нас слесари таким образом. У него паралич. Послушайте, а почему он до сих пор двигается? Убери. Убрал. А помнишь то заклинание, которое создавало область, в которую нельзя было пройти? О, это интересное заклинание. Сейчас я покажи его возьму. Покажи нам, пожалуйста. Оно очень хорошо защищает. Практически никто не может нас атаковать, и куда пропал Влад? Кто его убил? Я его съел. Ребят! Сложно было. Так, это я помню, это значит у нас ледяная защита. Ой, оно сталь как будто. Я бью, ничего не пробивается, как наковальня. Да, это крутая штука. Блин, градус, я, кажется, понял, как он поднялся, там это было. Ну ладно, я не буду продолжать. Ты украл маску, Салтаря, верни на место. Ой, я не специально, забирайте. Ты взял, ты верни, вор. Ладно. Поставь Толика на место. Вот так. Какой из тебя маг-некромант, если ты такие банальные вещи делать не умеешь. Реально, ему надо бы бан дать. Если ты будешь меня раздражать, я превращу тебя что в камень. Что это такое? У меня есть камень перемещения. Он меня может переместить в любую точку пространства. Учитель, сделайте из него камень. Это немного сложно, но на свинье я могу показать, как это работает. Уи! Уи! Бежим! О, а можно мне этот посох? Да, солнышко, тут еще есть очень много интересных способностей. Например, вот исчезающая коробочка. Прямо сейчас открываю сундук. Это все потому, что он особый ученик, да? А еще, для таких, как ты, вопросиков, у которых вопросиков много возникает, я могу выйти в коридор. Помогите! Пожалуйста! Господи, сколько вы можете всего призвать? Сейчас я в класс. Ой, он там поговорит с ними. Помогите мне, пожалуйста! За что? Я же был хорошим мальчиком. Я всего лишь любил задавать вопросы. Теперь ты знаешь, что Райм, что нас в классе не любят, когда задают много лишних вопросов. Градус. Что? Да хватит меня поднюхать! Мне прислали по почту и написали, что это дед. Да ты помолчи, реально, помолчи. Спектральный прах. Ладно, учитель, я уже хочу просто поколдовать. Я 10-й Б по дороге встретил. Волшебная палочка, которая нужна тебе. Штука, кстати, делается с помощью нее. Телепорт. А ну дайте мне, я пойду потренируюсь. О, начинается звоночек, ребятки, вам пора. Я к бабуле. Гулять! Так, господи, почему у нас выход только через это? Ладно, давайте так. Ребята, идите ко мне, хочу попробовать... Заклинание, которое мне дал учитель. Влад, стой на месте. Не получается. Видимо, только на каких-то плохих мобов. А ну-ка, давайте я сейчас с помощью одной палочки попытаюсь призвать зомби-апокалипсис. Давайте, смотрите. О, лодка. Давайте, зомби, призывайтесь, окаменей! Я отправлюсь за тобой. Я приду сквозь злые ночи. Вы что за грязь устроили тут? Так, опа! Ай, я горю, помогите! Тихо, у меня тут... У меня огонь. Ребят, успокойтесь, видите, я тут практикую магию.
магию окаменения. Убрал. Это магия из Гарри Поттера. А что еще здесь есть? О, телепорт, фазовый шаг. А, горю, горю, горю. А может я что-нибудь сделаю? Ну давай попробуем. А, что выбора? Ну нет, сюда, ну опять. Так тоже тебя просил, Влад. Господи, снова меня воскресили. Ладно, вернемся к Райму и Владу и покажем им, что заклинания такие применять нельзя. Где вы, маленькие засранцы? Вам весело, вы кружляете. Нам там, весело, да? Угу. На кентавров эта магия не действует. Уберите, уберите эту магию. Она действует, просто вы урон почему-то не получаете. Нет, нам весело. О, закончилось. А! Что это за шипы? Это утка, да. Джек, он сошел с ума. Ой, ой, обморожение, обморожение на 3 секунды. Это, знаете, как это магия аж ледяных драконов. Я обледенел. И что вы меня стреляете? Стреляйте. Учитель, вот, а вы не разве не должны были это телепортироваться к бабушке на перемене? Всех накажу. Знаете, что я вот сейчас сделаю? Я решил устроить бунт против вас, потому что вы всегда в меня только все делаете. Вот вам. Давай, сынок. Я вас решил спалить, вот, понятно, да? Вот сыграй, сынок, ай, сыграй. Ай. Я не хочу, я больше не объединяюсь против вас, учитель, я за вас. Ребят, у меня сатанисты сломались. Посмотрите наверх. О, господи. О, звонок, самое время выдать каждому новое заклинание. Погнали на ура! Ура! Господи, а этот зомби так и не воскрес. Давайте я его прогрызу. Райм, если бы я мог тебя превратить в камень, я бы уже давно это сделал. Не надо. Вы когда-нибудь видели фаер-шоу? А! Школа горит! Смотри, а то нам заклинаний еще не хватит. Нам школу скоро сожгут. Она тоже восстановится. Нет, она же не восстановится. Хотя, если плитка укладчика позвать, то все восстановится. Эх, вот школа при себе. Неважно. Я всегда мечтал их лизнуть. Не получается. А что еще за заклинание? Не знаю. О, силовая сфера. Спасибо, градус. Я Влада убил. Райм, не подсаживайся ко мне так близко. Ладно. Здравствуйте, я подсяду? Да блин, вы издеваетесь! Держи! Райм, дуралей, я тебе новые заклинания. О, подобрал. Давай, давай! Утка Джек! Скоро ты пойдешь на покой, и я встану на твое место. А, вот галимая палка. Мастер целителя! Исцеление, да. Да, Райм, с такой магией тебя убьют моментально. А тебе, Мёрфи, так сейчас тоже. У нас пиромант, значит, получишь магию льда. Как красиво! Блин, я хочу попробовать. Так, ребята, чего ждать? Надо практиковать. В окно на спортплощадку. А, нет, не на ту сторону. Ой, ну погнали, ну, туда пошел, пойдемте в другое место, быстрее учителя будет. Да, на спортплощадку. Какие-то вы долгие. Мать. Мама. Все, все стали по своим местам, учитель. Заклинания у всех есть. Единственное, чего не хватает, вот этих вот волшебников, которых вы собирались призывать. Сейчас всех накажу. Погоди, я выбираю заклинание. Градус. Того, чтобы... Что? Это тебе. Райм, вот ты какой-то цыган. Откуда у тебя все это вообще есть? Украл у пенсионера. Это тебе. Ура, еще одна кость моей коллекции. Он странный. Согласен. Познакомьтесь с моим другом. Это единственный, кто со мной дружит. Мне говорят то, что... Больше у меня нет друзей. Ладно, я тебе друга возвращаю. Ура, привет! Он всегда молчит. Мама мне говорит, что я странный, что он не живой, что это всего лишь чучело. Но я ей не верю. Я ее запылесосил. Я пылесосил, пылесосил. Ребята. А, они уже здесь? Колдуны на месте. Так, я их замораживаю. Зомби-апокалипсис. Призовите кто-нибудь из вас ночью, я вас умоляю. Давайте быстрее. Просто тучи, что-нибудь, чтобы было темно, и зомби мои не умирали. Я же могу использовать свои старые заклинания тоже. Я вселился в одного из магов, и теперь у меня есть, не знаю, ребят, заклинания. Ребят, я полетел. Куда ты полетел? Не знаю. Исчезающая коробка, это не то, что мне надо. Я сейчас знаю, я знаю, я сделаю сейчас окаменей. Ой, я лечу. Градус, я тебя спасу. Окаменей. Влад, это ты сделал, скажи честно. Нет, это не я, я такого не умею. А это ты меня все время поднимал, зараза. Нет, это ты делал. Я сейчас вселю из себя и выкину тебя в окно. Нет, нет, пожалуйста. Что за учитель, зачем? Это весело, смотри. Получай. Получай. Пазовый шаг, я телепортируюсь, вы не словите меня. А вот и нет, я тебя поймаю. А мне страшно, я весь замерз. Это уже не урок, это уже какой-то абсурд. Ладно, ребят, сейчас самое время сразиться между собой. А никого не смущает летающий дед? Вообще пофиг, реально, он смешной. Давайте я его расколбую. А вас не смущает то, что у меня палочка только на защиту? А вас не смущает, что у меня хп мало? Никого ничего не смущает. Так, ребят, сейчас будете сражаться друг с другом. Самый лучший получит самую лучшую палочку. А начнется битва. О, господи, плохая погода начинается. Только не этого. Получай. Это все, что ты можешь, Райм, серьезно? К сожалению, да. А мне это и не надо. В смысле? Что это значит? А! Что ты убил? Ты просто так легко убил Райма. Откуда у тебя эти заклинания, дурак? Я забрал все твои палочки, поэтому я убью и тебя. Нет, только не Джека. Только не Джек. А теперь твоя очередь. Нет, я увернусь. Нет. У меня есть увороты. Ах ты заразённый. А у меня есть все палочки, я украл у него все.
все палочки, которые у него были. Я призову всю свою армию! Давайте, нежить! Некромантия мое второе! Я призываю скелетов нечестивцев! Хопа, в биту, в биту! Твоя армия тебе не поможет! Почему это? Получай, получай! Не могу попасть! Ой-ой-ой-ой! Так, все! Ой-ой-ой-ой! Только не магия электрошокеров! Идите деритесь! Че вы стоите на месте? Не видишь, меня тут пытаются... Ты меня не сможешь победить! Хопа! Блин, учитель научил меня тому заклинанию, которое позволяет откидывать все штуки. Получай, получай, получай. Мне скоро палочка закончится. Рой досаждателей! А с кем они... Что это такое? Откуда он взялся? Ты готов? Я тебя убью, и я захвачу этот мир! У тебя паранойя, чувак. Что это было? Мне лечение нужно! А лечение было у Райма! Ё-моё, его палочки у меня нет, к сожалению. Так, проклятие ослабления! Опа! Ты не сможешь меня убить. Да смогу, я смогу. Опа! Проклятие ослабления! Да ё-моё, когда... Одержимость! Развейся, вся нежить! Где мои зомби? Так ты засранец, получай! Моя палочка, нет! Ага, я ее выкинул у тебя, получай! Пламенный ловец. Это лук, смертельный лук! Как тебе попасть? Опа, нет, лазер, мои хп, нет, ты не сможешь! Хопа, я знаю, что такое лазерный ловец. Ой, лазерный, пламенный ловец, я тебе как-нибудь да попаду, ё-моё! Ай, хп мало, хп мало! Я смогу тебя убить! Метеорит призываю! По-любому должны быть еще... О, призыв феникса! Вселиться феникса, одержимость! Да ё-моё, я промазал. Да ё-моё, феникс, мне нужно улететь! Я убью твоего феникса! Так, всё, полетели, и полетели, тебя полетели. Тоже! Опа, улетели, так-так-так! Ты думаешь, я еще там? Получай! Ты правда думаешь, что ты сможешь меня одолеть? Ой-ой-ой-ой! Окаменей! Блин, не достаю. Чума тьмы! ХП! Очень мало ХП, нет! Почему у меня так резко стало мало ХП? И еще у меня есть какое-то заклинание, это огненный шторм! Если я в тебя попаду, у тебя будет очень мало ХП. Нет! Ха-ха, я тебя легко так убил, ладно. Ты думал, все будет так просто? У меня есть вторая жизнь. Ладно, пока ты тут болтаешь, сверху метеорит летит. Я победил его. Все, теперь все конкуренты в школе магии сатанистов мертвы. Блин, проблема. Учитель-то у меня был добрый, хороший. Да и Райма на самом деле жалко. Правда, Влад что-то сошел с ума. Пойду я, наверное, изучать магию воскрешения мертвых. Ну а на этом серия подходит к концу. Если вы хотите продолжение, давайте наберем 20 тысяч лайков, и мы соберем еще больше учеников в этой школе. А также устроим забив против остальных школ. Да, всем пока! А ты с какой школы, Юни? Я школа невидимок. А, ну ладно, всем хорошего настроения, йо, чё, пока.